Ты уже прогнал настырных полевиков с моих угодий? Их больше нет. Спасибо тебе, путник. Ты честно заслужил свою награду. Скоро можно будет выгнать ленивых бездельников на поля. Ну, что еще не так? Земля не родит, погода плоха, работники дармоеды. Все как обычно. Тебя война не очень интересует, да? Война то, война это. А что прикажешь делать простому работяге? Все, что мне нужно, это с прибылью продать урожай. И плевать, кому именно. Ты не боишься робора? Робора? Свихнувшегося короля? Ха, я боюсь реальных вещей, вроде града, а не всяких выдумок.
Стой, кто идет? Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Давно уже пора Гертану вышвырнуть Ренвика из Тёрка. Барон заодно с нашими врагами, но пока у нас нет этому доказательств. А что, если бы я нашел доказательство того, что Ренвик предатель? Тогда ему был бы конец. С этим тебе не мешкая, нужно Гертану. Где Гертан? В глубине пещеры. Что ты здесь делаешь? Ты один из людей Ренвика? Отвечай, не то вместо меня заговорит сталь. Спокойней, Гертан. Меня прислала твоя сестра. Я принес письма, которые помогут вашему делу. О каких письмах идет речь? О бумагах, которые доказывают связь твоего брата с королем Робором. Неужели? Они нам пригодятся. Теперь каждый житель Стёрка займет нашу сторону. Ренвику конец. Благодарю, незнакомец. Все, что мне нужно, это получить право на проход к Сильверлейку и вызволить Диего из тюрьмы. Большего не прошу. Быть посему. Даю тебе слово. А сейчас в Стюарк и поживей. Проклятье! Что стало с Риклином? Кто такой Риклин и что стряслось? Риклин один из моих лучших людей. Он ушел в нижнюю часть пещеры. Надо его разыскать. Может, разделимся? Ты займешься своим братом, а я поищу Риклина. В самом деле? Что бы мы без тебя делали? Вот и я задаю себе тот же вопрос.